Здравствуйте! В эфире телеканала «Итон ТВ» программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск и поговорим мы сейчас о коронавирусе, точнее о тех лихорадочных попытках израильского правительства предпринять какие-то меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и каким-то образом противостоять пятой волне коронавируса, которая развивается благодаря новому штамму «Омикрон». На связи с нашей студией наша коллега, журналистка Кан Река Виктория Долинская. Виктория, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, Александр. Виктория, ну вы как бы большую часть времени уделяете вот отслеживанию вот этих ситуаций с коронавирусом, вы как бы консультируете всю радиостанцию РЭКа на эту тему. Пожалуйста, давайте вместе попытаемся сделать определенный порядок, что происходит. Я понимаю, что ситуация меняется, и правительство принимает всевозможные решения. То есть, что происходит сейчас? Вот из этих сумбурных решений, которые принимаются, значит, что происходит сейчас? Продолжает расти заболеваемость. Что предпринимает правительство? Продолжает. Я думаю, что наше правительство не одиноко. То, что происходит сейчас в стране, происходит во всем мире. На то это и пандемия. Вот во Франции просто провозгласили, что и в Британии, что ситуация вышла из-под контроля, так что вот критиковали нашего главу правительства. А главы правительства этих стран уже заявили то же самое. И, по всей видимости, сейчас, например, в Британии решили так. Нет симптомов, вообще не ходите, проверяйтесь, были вы в контакте, не были в контакте. Омикрон – это очень странный вид коронавируса, очень странная мутация. Только вчера я беседовала с профессором-вирусологом университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Он именно этим занимается, профессор Томер Герц. И он сказал, что, в принципе, то, что происходит с этим вирусом, с одной стороны – это на протяжении всей цивилизации происходит, что вирусы, так же, как и все живые существа, хотят выжить, вирус меняется, но того, что произошло в этом варианте, история еще не знала. 52 мутации в одном вирусе за короткий срок довольно-таки, это то, что, в общем-то, беспрецедентно. Он даже, знаете, вот он наконец объяснил мне, как же это вообще могло иметь место при том, что так много людей привитых. И он сказал, что вирус, видимо, попал в организм привитого человека, но такого, у которого не было достаточно антител, и, возможно, его иммунная система была отчасти ослаблена, и вирус пробыл в этом организме, пытаясь пробиться в клетку так много времени, что он успел изучить все вот эти вот щели, все эти возможности, все те препоны и преграды, которые были построены благодаря вакцинации, и в конце концов попал в клетку. И стал размножаться, и таким образом этот человек, предполагаемый, да, распространил эту инфекцию по всему миру. И именно потому, что 52 мутации произошло, это делает вирус таким заразным, настолько распространяющимся, как просто как пыль. Да, представьте себе, у нас уже сейчас, вот на данный момент, 12 тысяч инфицированных, и только что поступило предположение о том, что к концу недели, а даже не на следующей неделе, у нас будет, видимо, 30 тысяч диагностированных инфицированных. Что касается вашего вопроса о проверках, то, как я вам сказала, за рубежом в Европе уже решили, нет симптомов, в Великобритании, в частности, нет симптомов, не ходите проверяться даже, а у нас решили перевести привитых граждан старше 60 лет на проверку, то, что называется антиген, да, а не PCR, не вот эти вот знакомые нам по очередям проверочные пункты, и поэтому сейчас в стране жуткая нехватка этих комплектов, закуплены просто миллионы, они скоро прибудут, а все фармсети рапортуют о том, что они просто как горячие пирожки расходятся. Непривитым людям, старше 60 лет то же самое, короче, некая неразбериха, не могут справиться с таким количеством. Подумайте, если уже сейчас 12 тысяч инфицированных зарегистрированы, да, с таким количеством проверок не в состоянии справиться ни одна
медицинская структура, как мы видим, не только у нас в Израиле, но и в мире. Это нечто новое, это какой-то новый этап в истории человечества. Собственно, появление самого коронавируса вот в этом варианте, который вызывает COVID-19, было страшным шоком. Ну а вот его мутация менее опасная, скажем прямо так. Сегодня я говорила тоже с одним из очень уважаемых врачей семейных. Он сказал, что у него только за один день 5 инфицированных, только в одной отдельно взятой клинике. И что, в принципе, как правило, вот те, кто подхватывают омикрон, варианты омикрон, болеют ну, точно так же, как ОРЗ знакомое, да? Острое респираторное Виктория, заболевание. Виктория, простите, он имел в виду тех, кто подхватывает омикрон из числа привитых граждан или безразличных? И привитых тоже. И привитых тоже. Вы знаете, вот эту статистику, вот этот вопрос очень интересен. Но, как правило, все-таки люди не привитые, значительно более уязвимы. И как все как один, включая уважаемого профессора Герца, с которым я вчера говорила, говорят, что все-таки даже если эта прививка и дает какую-то брешь для проникновения, явно дает брешь для проникновения этого вируса в клетку, тем не менее у привитых людей он вызывает вот такое заболевание, которое легче, чем ОРЗ. То есть это даже не грипп, это легче гриппа, это нечто, что похоже на острое респираторное заболевание, наше ОРЗ. Но из-за того, что этот вирус столь заразен, распространяется так быстро и охватывает миллионы, да, он может отрицательно влиять на людей непривитых и людей со слабой иммунной системой. Собственно, это загадка, что является самыми лучшими условиями для проникновения вируса в клетку, да, для того, чтобы начал сам себя воспроизводить. И вот именно из-за этой критической массы может возникнуть очень много людей, которые будут нуждаться в госпитализации. С одной стороны, мы с вами говорим, это легче, чем ОРЗ, но с другой стороны, это русская рулетка. Никогда никто не может знать, какими последствиями будет инфицирование этим вирусом, даже в варианте омикрон. Виктория, пока я в свое время, я ставлю свои 5 копеек, я 2 дня назад беседовал с американским профессором, пульмонологом, доктором Полоцким из Института Хопкинс, и он сказал интересную вещь, то есть он человек, который, он не иммунолог, он непосредственно занимается лечением, он... И вот в его клинике, в его отделении, да, он говорит, попадают сейчас очень большое количество с осложнениями от коронавируса, и в том числе от омикрона. Он тоже признает, что омикрон легче, но он говорит, что принципиальное отличие привитых и непривитых заключается в том, что у привитых коронавирус не попадает в вот этот омикрон, он остается в верхних дыхательных путях, не проникает в легкие. Да, он не проникает в легкие и не вызывает тех критических изменений в легких, которые они систематически наблюдают у обычных больных обычным коронавирусом и в том числе омикроном у людей непривитых. Потому что самое страшное, и он об этом мне говорил самые первые интервью, когда мы с ним брали 1,5 года назад, он говорил, что тогда уже они обнаруживали в легких совершенно непонятные изменения, которые они не знали, каким образом эти изменения поведут себя в дальнейшем. Так вот, его, так сказать, приговор прост и ясен. Привитые люди переболеют легко, без поражения легких, а это самое страшное. Теперь скажите, вот по поводу наших, так сказать, решений, так что сейчас получается, что для того, чтобы сделать проверку, нужно какое-то дополнительное направление, то есть проверки будут делать не для всех, что вот в последнее время решили? Имеется в виду, чтобы основная масса населения будет переведена на проверку так называемую антиген. Это вот эти комплекты, которые могут быть сделаны в домашних условиях для тех, кто привит, и в особых тоже пунктах для тех, кто не привит. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы сделать PCR, это нужны особые лаборатории, а только в исключительных случаях будут делаться проверки PCR. А вот эти вот антигены, то есть я уже слышал тоже сообщение, что продажа
вот этих комплектов в аптеках и в системах там Суперфарм и Ньюфарм увеличилось там на 40, на 50, почти на 100%. Да, просто расхватывают тут же. Расхватывают на лету. Я просто беседовал с журналистами из Германии. У них вот в условиях вот этой вот пандемии, вот тоже увеличение, колоссального увеличения количества заболевших, у них правительство дало распоряжение, и теперь вот эти вот комплекты раздаются бесплатно для того, чтобы люди получали этот и люди делали. А у нас они... Уже этот вопрос этот поднят. А у нас по-прежнему продают пока. Да. Но дело в том, что есть комплекты PCR на специальных пунктах, где делают проверку PCR. И эти проверки бесплатные. Они бесплатные для определенных категорий граждан проверки PCR. Нет, только а вот потому, эти что их как бы... покупные комплекты вот и на антиген, они все равно платные? Пока они платные, я уже слышала сегодня. Вы знаете, этот бум, он просто сейчас грянул, как говорится, этот гром грянул в полную силу именно сейчас. Хотя можно сказать, что... развитие событий было предсказуемо. Оно было предсказуемо, по той простой причине, что наше правительство ведь гордо говорило, что мы, закрыв аэропорт, мы немножко оттянули это начало, и у нас есть возможность наблюдать, как это происходит в Европе. Так как же они наблюдали, не предполагая, что у нас случится это там с опозданием на неделю? Послушайте, если я вам говорю, что этот вирус ставит в тупик и вирусологов, и ученых, да, пока особенно его новая мутация. Что ж тут спрашивать с простых политиков? Хотите, да? Что же вы хотите от простых политиков? В конце концов, подумайте, Александр, это люди, да? И всем нам свойственно думать, как что люди? С нами я считал, что наше правительство, что наши руководители – это небожители, это не просто люди. Это люди, которые обладают потрясающими способностями, потрясающими знаниями, поэтому они руководят страной. Да, но кто же, я же вам говорю, если в конце концов этим, это привилегия, это территория вирусологов, медиков. Мы слышим, что и медики тоже сейчас расходятся по поводу необходимости четвертой бустерной прививки. Что же вы хотите сказать? Это совершенно новое. Вот я думаю, что самое главное определение – это то, что мы все оказались в новой эре, в совершенно новой эре. Вспомните еще эти слова. Это нечто, вот такой эпидемии, кстати, сказал вчера и профессор Херц, которого я все время цитирую, он сказал, что история человечества не знала такого охвата, вот такого количества зараженных. Понимаете? Это просто нечто, как вот какая-то пыль, которая распыляется, этот омикрон, да? И заражает вот буквально вот поголовно, скажем так. И вы совершенно правы, что тем не менее... антипрививочники, пожалуйста, не возмущайтесь тем, что я скажу. Тем не менее, люди, которые привиты, у них меньше шансов заболеть, и заболеть тяжело. Не то, что заболеть, заболеть-то есть шанс у всех. Но заболеть тяжело, шансы у них все-таки гораздо-гораздо меньше. Больше шансов у непривитых людей и развитие тяжелых последствий. Потому что этот вирус, как этот вариант омикрона, он приспособился, но он уже не столь силен в изменениях в организме человека привитого, каким был его пращур, скажем так, уже можно сказать, столько было мутаций, его оригинал. Виктория, вот мы заговорили, поэтому да, вы коснулись вопроса четвертой бустерной прививки. Значит, в Израиле вот 2 дня назад уже началась вот кампания по вакцинации. Сейчас на сайтах больничных касс можно зайти и записаться. Я вот вчера зашел, и было очень много вариантов, то есть не наблюдается какого-то такого коллапса системы. То есть, пожалуйста, можно было выбрать в разных местах. Нет. То есть мне даже предложили в тот же день, то есть я часа в 4 вечера вчера набирал, мне предложили там на 8 часов вечера в тот же день и близко от дома. Что происходит? То есть люди еще не решили, делать четвертую прививку или не делать, и они прислушиваются к тому, что говорят врачи. И вот мы знаем, что из больницы Теля Шамер, известный врач, профессор, да, заявила, что вообще это типа, не обязательно. Да.
Она, кстати, занимается... Что произошло? Давайте я вам напомню, Александр, что касается профессора Рагов. Профессор Рагов начала эксперимент в больнице Телешумер, и первыми теми, кто откликнулся на этот эксперимент, были сами сотрудники больницы, медперсонал, в том числе и профессура, и полагала, что вот это, в конце этого эксперимента и будет вынесен вердикт, насколько эффективна эта бустерная четвертая прививка. Но заявление о начале прививочной кампании было сделано до того, как был закончен эксперимент. Вот именно потому, то, о чем мы с вами говорим, пытаются всеми силами каким-то образом это остановить. И тут идут действительно какие-то блуждания в потемках, но в поисках эффективного решения. Это не бездействие. Вот попробовали сделать четвертую бустерную прививку, несмотря на то, что, не был завершен эксперимент профессора Рагов. До конца. Но она, кстати, сказала, она что эксперимент, она объявила, что эксперимент завершен, и они, да, они наблюдают увеличение антигенов, увеличение увеличение антител, но не столь взрывное увеличение, как они ожидали и какое происходило после третьей прививки, но все-таки увеличение происходит. Происходит. Послушайте, тут еще очень важный момент. Именно эта эпидемия и этот вирус, да, прецедентов не было такого массового заражения, показывает, насколько каждый человеческий организм индивидуален. У всех у нас разные реакции. Недаром сейчас так активно до пандемии начала развиваться так называемая индивидуальная медицина, когда будет изучаться и генетический код каждого человека, его личные свойства, связанные с его здоровьем, да, потому что мы очень и очень разные. И та же самая прививка вызывает совершенно разные реакции. Кроме того, вот если даже не ссылаться на официальную статистику, а просто оглянуться вокруг, я думаю, это вы можете сделать тоже, Александр, сами, среди своих знакомых, нет особой даже связи между очень ослабленными и больными людьми и развитием тяжелого хода болезни, я имею в виду до прививки, да, до прививочный период, нет связи. Я знаю совершенно молодых людей, которые оказались в инвалидной коляске. И у меня, слава богу, близкие родственники старше 80 лет, которые лежали в московской больнице, и их вытащили с того света, и у них нет никаких последствий. А это, казалось, люди с диабетом, понимаете, тогда еще не было прививок. То есть где тут разница? И в то же самое время ты видишь инвалидов 19 лет. То есть этот вирус, у него изначально его вариант для непривитых людей непредсказуем. Он вызывает, да, такие странные, неизвестные прежде изменения в легких. Это некая еще не до конца разгаданная тайна. И все-таки надо сказать честь и хвала ученым, которые так быстро успели завершить разработку начатой в начале 2000-х годов прививки от коронавируса. Так что прививка – это однозначно благо. Ну и, к сожалению, вот наличие людей непривитых и пренебрежительное отношение к элементарным правилам поведения. Вот как раз про правила поведения я как раз эпидемии. Хотел вас как раз на эту тему спросить. Я продолжаю возмущаться, вот там заходишь в лифт, заходит человек без маски, ты на него смотришь, говоришь, послушай, а что ты без маски? А, да, а что? Ну ты же в маске. То есть это просто какая-то детская непосредственность, которая угрожает всем окружающим. А что сейчас, что рекомендуют? Вот именно... Что рекомендуют врачи, что рекомендуют специалисты? Как вот в настоящий момент, когда идет такой вал эпидемии, когда заражаемость растет просто в геометрической прогрессии, что делать, как уберечь себя? Рекомендации. Ничто не ново под луной, Александр. И все те самые рекомендации, такие простые, и такие дешевые, и доступные, остаются в силе. Прежде всего, маска. Вы привели пример, что, ой, да, я забыл, ты же в маске. Мне ответил молодой человек еще интереснее, когда я попросила его маску все-таки поднять выше носа, а не держать на подбородке. Он одел, поднял маску и сказал мне, ухмыльнувшись, ну, это же все равно не помогает.
откуда берутся вот такие вот сведения, вполне интеллигентный на вид человек. И ведь если в лифте ехал человек без маски, он мог чихать и кашлять, и вы заходите в лифт, и даже в маске, и эти капельки, которые, может быть, еще находятся в воздухе, попадут вам в глаза, на слизистую, ведь не обязательно, чтобы проникало через носоглотку. Любая слизистая воспринимает вирус, понимаете? Поэтому мой личный совет, если вы можете не пользоваться лифтом, не пользуйтесь лифтом вообще. Короче, это зависит от того, какой этаж. Во-первых, прежде всего носить маски. Маски, можно даже, некоторые советуют по две маски носить, чтобы было более надежно. Кстати, вот приобрела недавно израильские маски, и, на мой взгляд, они гораздо лучше, чем китайские, которые у нас столь распространены. Есть, можно купить в некоторых сетях или в интернете израильские маски. Они плотнее, они приятнее вообще на лице, и они лучше по размерам, их выпускают по размерам, вы можете купить свой размер, а то все мучаясь, завязывая узелки за ушами в китайских масках. Маска номер два. Номер один – это все-таки привиться тем, кто не привились. Хуже от этого не будет, будет только лучше. И любое последствие прививки можно вылечить, а вот последствия коронавируса у непривитых, увы, я говорю, кончается инвалидной коляской, может кончиться в лучшем случае. Не будем страшать дальше, хотя история знает бесчисленные примеры. Посмотрите, что творится, я думаю, среди ваших знакомых, если вы подумаете, не у нас в стране, а за рубежом. Кстати, число тяжелобольных сейчас тоже растет, и большинство их – это непривитые люди абсолютно. Ну и главное еще одно правило, понимаете, то, что не запрещено, то можно, так расценивают абсолютно все происходящие. Можно проводить мероприятия культурные, можно проводить вечеринки, да, различные. Да, можно, но вы подумайте для себя, особенно я призываю людей солидного возраста, даже не совсем золотого, но все-таки тем, кого уже за 60, сейчас нельзя называть таких людей престарелыми, скажем так, но люди солидного возраста, подумайте, нужно ли вам это, нужно ли вам посещение массовых мероприятий. Если вы встречаетесь со своими друзьями, знакомыми, ну, это ужасно, конечно, социальные последствия того, что происходит у нас, они ужасны, мы люди все-таки, которые привыкли, в основном люди привыкли к общению, это необходимая часть нашего психологического здоровья. Встречайтесь со своими друзьями, родственниками и знакомыми на открытом воздухе. Даже лучше встретиться, я не знаю, в парке, в кафе на открытом воздухе, но не в закрытых помещениях, особенно с людьми, с которыми вы каждый день не встречаетесь. И, наконец, Александр, самая болезненная тема, я думаю, это дети. Дети сейчас это нечто подобное бомбе. Несмотря на то, что у нас в стране уже началась вакцинация детей, большинство родителей, ну, не большинство, но какая-то часть родителей не решается, боясь, опасаясь. Вы совершенно правы, большинство. Это твой ребенок. Привита меньшая часть большинство детей. Большинство боятся и не решаются, конечно, и не решаются. И при этом они не понимают, что последствия инфицирования для ребенка оно может быть гораздо хуже. Кстати, Виктория, я прошу прощения, я возвращаюсь к моему разговору с профессором Полоцким. У них в Хопкинс лежат дети, лежат подростки, лежат в реанимации, лежат в очень тяжелом состоянии. Да? Причем я его переспрашивал, это дети без каких-то фоновых заболеваний, там побочных и так далее. То есть это абсолютно здоровые дети, подростки, которые попадают в реанимацию. Еще раз повторяю, то есть он говорил, он не вирусолог, он непосредственно лечащий врач, он говорил о том, что он видит каждый день в своем отделении, которым он руководит. Поэтому вот такая информация. Информация, она наиболее как бы ценна. Да, он говорит, далеко ходить. Давайте поговорим о опыте молодого врача, стажера в больнице Ихилов. Это друг моего сына. И вот он рассказал, что он бы с удовольствием хотел бы, чтобы показывали по телевизору эти ужасные кадры, особенно родителям маленьких детей. Он рассказывал, что он подключил к аппарату искусственного дыхания, и даже не просто искусственного дыхания, вы знаете, то, что легкие, сердце, все системы организма, да, заменяет, 9-летнюю девочку, и он сказал, что я почти уверен, что из этого она, увы, вообще не видит. Я плакал, когда я это делал. Вот я хотел бы, чтобы родители видели эти кадры, и чтобы они не думали, что с их ребенком этого может не произойти. Последствия для... Да, дети болеют в основном легче, чем взрослые. Но, во-первых,
им может угрожать вот такое вот будущее, а во-вторых, они являются самым лучшим распространить, самыми лучшими распространить переносчиками этой инфекции. Они, знаете, как ходячие такие вот бомбы замедленного действия, да, и от этого вот они могут заразить своих дедушек, бабушек, родителей. Это ужасно. Я, к сожалению, это знаю не понаслышке. У меня в семье три учителя, и вот и у жены в школе половина школы находится сейчас на карантине, то есть дети заболевают массово, и половина учителей уже, то есть у них сейчас некому преподавать. И несмотря на это, вот эту неделю они преподавали по Zoom предыдущую, сейчас их заставляют выйти, да. Сейчас они начали, с сегодняшнего дня начали физически преподавать. Потому что наша министр образования... Боятся за психологическое здоровье. Нет, наша здоровье. Министр образования, она антипрививочница, это известно, Саша Биттон, и она всеми силами препятствует... Она говорит, что нет. Ну, она говорит, что нет, но мы-то знаем, что да. Да, так что не будем огульно, да. Она говорит, что нет, что ее дети пусть привиты. Пусть говорит. И тут, понимаете, есть некий, как бы, в чем проблема? Психологи говорят, что у детей возникают психологические проблемы из-за этого дистанцирования. Но мы должны ли детей живыми сохранить? И здоровыми все-таки, да, ну, что делать? Кроме того, что дети, мне кажется, в виртуальном пространстве чувствуют себя просто великолепно. Они настолько привыкли ко всему с рождения, к виртуальному, что поучиться виртуально, да, тут другие проблемы социальные, не у всех есть достаточно. Да, спасибо большое, спасибо, Виктория. Я напоминаю, что мы беседовали с нашей коллегой, журналисткой КанРека Викторией Долинской, а наша программа подошла к концу. Берегите себя и будьте здоровы.